Продолжаем пока что. Ну, это и... самое, но вот этот сейф не трогай. Ага. В общем, не трогает сейф пока. Не сохранятся становые или как-то. Я, наверное, сохранюсь на всякий случай еще раз. Ну да, сохранись и не это самое. И вот этот сейф пока не трогай больше. Угу. Так, ладно. Так, значит, мы опять вернулись. О, чат больше не глючит. Да? Да. Ну, клево тогда. В общем, если там кто-то остался, люди, пишите. Ну, в комментарии зрителей поубавилось, но все-таки еще люди есть. Это радует. Слава богу. Собственно, вот мы зашли в Змеиный Грот. Так, насколько я помню, нам... Так, попробуй наверх сходить. Я сейчас уже, честно говоря, плохо помню. Помню, что, по-моему, наверху нас ждет тупик, но надо сначала убедиться в этом. Огненные ягоды брать? Да. Прихвати сразу 3 штуки. Что-то мне что-то в скайп написал. Ох, хватай еще. Я тебе говорю, 3 раза их схвати. Ну, то есть 3, это 3 комплекта. Да, я понял. 3 слота у тебя должно быть занято. Взял. Так, посмотри, куда мы можем. Ну, отсюда так. Уже никуда, только вниз. Да, вниз. Значит, не здесь нас тупик ждет. Ну, это хорошо, что мы сюда зашли. Так, погоди, вниз ты можешь? Нет, не можешь. Налево нам не надо, мы оттуда пришли. Значит, идем вправо. Скажем так, огненные ягоды – это наше все теперь. О, мы опять к огненным ягодам вышли. Значит, тогда возьми еще 3 штуки. Итак, вверх-вниз мы не можем, значит, идем направо. Так, ну... Так, проходим дальше. И видим фишку. Хлоп. Решетка за нами закрывается. Видишь, песы, да? Угу. Чтобы пройти обратно, нам надо будет на вот эту чашу накидать достаточно чего-нибудь тяжелого, чтобы она перевесила. Но это мы сделаем потом, так что идем дальше. Вот эти, видишь, ягоды у тебя тускнеют. То есть надо бежать? Нет. Фишка в том, что с переходом в следующий экран они тускнеют, а потом исчезают. Вот видишь? Через 3 экрана. Эти тоже, в принципе, у тебя исчезнут, так что возьми новые 3 штуки. Веры, да? Да. Значит, итак, тут вот сейчас самая путаница начинается. По-моему, сейчас у нас только наверх есть путь. Нет, есть наверх и есть вправо. Так, сейчас я попробую сообразить. Так, попробуй... А, погоди. Ты наверх уже пошел один раз, да? Да. Значит, кинь здесь ягоды, которые у тебя вот светятся. Самые... Ну, одну из тех, которые у тебя это... Одну кинуть? Да. Выкинь вот тут вот. Так, значит... сейчас надо убедиться. Так, наверх идем. Наверх? Да. Ягоды остаются здесь, они будут нам, скажем так, светильником. Потому что ты, если ты в темную комнату без ягод заходишь, то тебя ожидает смерть. Да, здесь обрыв, который мы потом только сможем преодолеть. Возвращаемся 2 раза вниз к огненным ягодам и опять берем 3 штуки.
Хорошо. Так. Все, значит, я приблизительно начал вспоминать, что и где. Куда, говоришь, идем? Идем два раза вниз. Ага. И хватаем там три новых ягоды. Фишка в том, что ягоды исчезают через три экрана. То есть ты максимум на три экрана можешь их натаскать. Ну это именно зависит от того, в общем, сколько локаций пройдено, там не от времени они. Нет, не от времени. Значит, возвращаемся наверх и направо идем. Значит, идем направо и там бросаем ягоду. Бросаем там ягоду. Бросил, да? Да. Мы пришли сверху, я правильно понял, да? Да. Да. Значит, тогда ой, не сверху, а справа мы пришли. Ой, слева мы пришли, правильно? Угу. Так, сейчас я попытаюсь помнить. По-моему, вниз нам надо. Давай вниз. Ну вот мы внизу. Кидай тут ягоду. И сохранись на всякий случай в другом слоте. Так. Потому что в следующем экране, если мы сейчас не угадаем, нас ждет смерть. Идем вниз, давай попробуем. Ой, нет, подожди, вниз, да? Да. Ладно, вниз, так вниз. Ну, вроде угадали, да? Да, угадали. Берем опять три ягоды. И тут вот все в таком манере. Угу. Так. Так, берем эти самые. Давай-ка мы попробуем теперь направо. По-моему, туда нам надо. Ну, кидаем тут ягоды, как обычно. Так, направо дальше мы не можем, да? Да, направо не можем, можем вверх либо вниз. Вниз нам, по-моему, не надо. Давай наверх. Если я правильно помню, нам туда. Так, это что такое? О, камень. Бросай ягоды, бери камень. Угу. Значит, я пока что правильно нас веду. Так. Ой. Что-то у меня покраснела метка FPS и пошли потери кадров. Но пока они незначительные, там где-то 1,57%. Что это может значить? А, вроде опять зеленая. Не знаю. Да, честно говоря, хрен знает. Тут, по-моему, нам направо надо. Угу. Ну, у тебя пока трансляция особо не лагает, да? Да я вот... Стой. Ой. И ты не движешься. А, вот стрелка твоя двигается, да. Ну вот... Я снова в темной пещере, в общем. Кидаешь ягоды здесь. Да. Так, у меня есть путь вверх и вправо есть путь. Сохранись на всякий случай. Так, ладно. Сохраниться. Угу. Вверх и вправо, говоришь? А еще пути есть? А, вниз тоже есть, кстати, да. Во все четыре стороны можно идти. Пробуем направо. Угадал, не угадал. Не знаю, вообще на эту нижнюю панель никогда особо не смотрел. Вроде обычно все нормально с трансляцией. О, ничего не вижу. Ну, не угадал. Да.
Да уж. Так. Ой, я тебя опять плоховато слышу. Так. Ладно, в общем, мы тут сохранились под Киевом. Я думаю, на этом мы, в принципе, пока и закончим. А дополнительно времени стрима, дополнительно на следующем стриме будет сообщено дополнительно. Раз тут есть некоторые проблемы с трансляцией, со связью. Ладно. Так, в общем, я сохранился, да? Так, и... А, ну не, не надо сохраняться повторно. Так, я просто выйду. Закончить. Да. Так. Альтап. Всем спасибо, что присутствовали на трансляции. Обязательно приходите еще для вас, в общем, стримили сегодня Николай, доктор Ликвейдер и Антон Виктринекс. Всем удачи и, в общем, спокойной ночи.